А, смотреть по перкам. Так, ну, два Марса я возьму, Тимбера возьму. Смотреть будем. Чисто по перкам, карточка, чтобы что сделать? Условно, коры вот с кентаврами играют. Еще и лемы, варлоки есть, таурены. Карточка, чтобы что? Ну, драконы есть. Лазер тоже снова паролится, фэмили паролится, вариантики. Войдов каких-то можно сыграть на троечках, на четверочках. То есть в экономике. У меня гоблин снова идет, кстати. Не то пошло, гоблин. Два снайпера. Так, сорян. Тычется есть. Тычется сложно поймать. Без бугов с тимбером немножко не тот лобачок, чтобы так поступать. Скипать. Давай нам начало, я не буду, например, брать. А, нормально. Ладно. Ладно, так сделаю. Что, снова можно, кстати, на гоблина с таким, вот с таким шмотом идти? Чисто на начало. Классико. Вампад, здравствуй. Это ты играешь всегда по учебнику, красиво, минимум ошибок. Стараемся. Стараемся все равно. Да, тут повезло то, что кастил раньше, так, чтобы первый не призвал. Да, и вообще хороший файт. Тут 3-3 суммона было. Ну, я не могу тут с собой что-то делать. В плане ТБ хотел как-то поставить нам. Ладно, у меня, в принципе, здесь какая-то игра есть. Надо этого дожить. Тут молнии слишком много накидали, да, тут выиграл скреп. Ну такой равный файт. Какой-то непонятный.
Поэтому надо играть, как я, с кнопки без ран, так я играю и так, старчик, ты же знаешь. В разные игры играем. Классико. Во все, точнее. Да, прошлый файт был обидный, потому что я так две голды потерял таким образом. Ладно. Сиджан, здравствуй. Акция всего по 2, да? Да, нормально. Тут я, кстати, вообще гоблина хорошо выбираю, если у меня он тут будет играть в этой игре. С удовольствием сыграю, это я не буду брать. Да, тут. Антимага тоже нет смысла брать, потому что кастрюля, если касит, это очень-очень сильный дэмэдж, очень такой прям жесткий. Так. Слабы такие шмотки, но тут нету перка. Очень медленно, то есть репка хорошо, да, потом в котла выйти. А потом сложно доигрывать, то есть, ну... Тут я так думаю, что войды на троечках какие-то, войды на двоечках будут играть, еще там что-то подобное. То в экономике. Эльфов кто-то возьмет там. А кто в лейт, только винстрик хорошо, мне кажется, может сыграть. Стрик тут никого не было, двух престов, чтобы... Лейт грамотно что-то успеть сделать. Классико. Станево. Ну, доролились, видели? Вылетел. Блин, мне бы снайпер, кстати, вот этого купить. Или подлочить, потому что я крипов могу не дефнуть. Люси, здравствуй, вечер добрый. Смолвиль, 10-й стрим. Дряд, На месте все. Так, почему кто не кастит? Да, получается, я крипов могу не дефнуть, поэтому я лок, но кажется, надо лок. Надо дэмэдж посмотреть. Ну все, теперь ладно. Теперь без разницы, да. Я перестраховался, кем-то из них хотел дефнуть шмотками. Так, нормально. Кстати, здесь плохо. Шляпка. То есть я тоже рискую, но с Т2 кастрюля не должен проигрывать. По идее. Да. Войдом кем-то придется играть, я не знаю. Так, надо как-то тут с Эмили. Да, я бы, наверное, выйду на троечках поиграл. Вот. В оптик с монополией. С фэмили буду ролиться. Сквалт. Перка пока нету.
Я фэмили буду брать. Возможно, тут тоже фэмили, я не знаю. Экономика есть. Лазер. Лазер эти. Да. Войды такие. То есть, а я войдов на троечках хочу сыграть. Как это будет? Смотрим. Один раз нажать. Маня. Смотреть сейчас. Полетели вертолетики. Если у меня в войдах будет играть Марси, о, Вовчик с монополией, но панда работает нормально, все у него. Я буду играть. Вот. И все, там монополия есть, то есть будет мне нужен просто единичка будет. Ого. Спасибо, играют, да? Ладно, хоть у нас тоже все нормально. Да, я, наверное, кирчиков забанил. Раз, два. Нужно на следующий ход поставить. Левел. Остальная вся голда с фэмили пойдет играть. Тут нет смысла мне какой-то ж юнит оставить, только вайпера. Это шляпка, да, будет? Ну, ладно. Вот так просто сыграю. Шляпка не попала все равно. Вайпер сильный, кстати. Я не знаю, кого будет тоже. Акиров забанил. Ассасинов будет играть. Но вайпер я тогда не буду собирать. Если ассасины. Все остальное я... собирать. Так. Эмочка, да? Нрав, так, и Марси, да, у меня. Там ассасина, надеюсь, просто. Void.
Немножко не то, конечно. Готов был. Не, эльфы тут и маги, и праймал. 6 хумов стоит. Вот. Смотку надо забрать. Я почему не того продал, да? Много голды надо. Самый антимаг. Тут хило должно быть хорошо, не? Но справлюсь. Одно дерево. Пусть надо подкопить просто голду. У меня фэмили еще долго будет действовать. Япона нету, то есть. Понимать, какие шмотки еще надо крафтить. Далеко до троечки. Так, что крафтить тут надо, чтобы все адекватно было?
Да. Я тут рано нажал, сейчас без шмотки играть буду. Так. Точно рано нажал. Паник точно отдавать не буду. Да, рано нажал. Так. Блин, жаль, что я так рано нажал. Ключик надо собрать. Где моя Марси, алё? А мне тут столько раундов надо жить, кстати. Успеть все доролить. Да, тут строечками совсем. Че? Я без мото плохо играю. Прям очень. Дерево хиль, пожалуйста. Захилил. А на следующий ход надо успеть сролить. По монополию хотелось успеть. Я бафнула бы по голде. Марси нету, все равно не успею. Да. Хороший оппонент, если ролится, то нормально будет. Может, из пол придется взять, когда все закончится. У меня фэмили заканчивается после 15-го как раз.
А, тут. Вот уже вылетел. Раз виспов взять можно будет. Жаль, что я не успел. Да, фэмили уже нет, и все, виспов я беру. С вами ждать доролимся. Ну что рисковать? Монополии нету. Какую-то надо шмотку сделать хорошую. Блинка у меня нету, но тут надо. Вау. Без листов, да, добро. Так, ну, на самом деле хорошо, мне еще блин какой-нибудь нужен и все. Это два там. Да, мне монополию много дала, мне он. Ну, то есть я быстрее бы собрал 170 поп, ты даже не потратил, то есть у меня их нет. Статы Т3 Марсия. 320 урона, 4 брони и 400 хп. Мне еще что-то на хпшку там надо как-то что-то снимать. А вот ехал тоже, то есть войдам. Это за монополию только у меня. Эпом. Одно с костюм. Сейчас с лордара. У меня вайпер не действует, его пассивка. Я под войдами. Хорошо подрались. Дракон сильный. Ну, быстро там 2-3 часа нашел. Больше шмота надо. Жесткие вообще. Оф, у меня нету, я даже не знаю, что поставить такого.
называется. Аура. Тавр, давай, пускай сюда бегает. Все. Плати его, пожалуйста. Паник работает, сильный оппонент. Золь, сатаник работает, ставились хорошо. Меня выиграл из-за этого. Вовчик выбили, несмотря на то, что он сильный. Я не знаю, 9-6 нага. Нужна мне тут не нужна. Так, уехала. Войд. Войдом может запанаплеить. Один войдом будем играть. Ты блин зарандомил, хотя нет его, ну и что? Я даже его не крафтил. Почему ты мне это пишешь? Он написал DreamDizzy, что блин круто было бы. И все. Я-то здесь при чем? Что, без поможет, будем ждать. Ролим. Монополия есть как раз. Как раз пока ролим. Сразу успел демонов поставить? Не успел, да? Из-за этого, то есть у него это не сработал, то есть я подконтрил, успел подконтрить. Как-то если бы он с демонами был бы, он мог меня победить, у него сильно очень. Нужно. Ехал с подшивот нехорошее произнес, да, ничего страшного. Так, ренедж из драконов свапнулся в кентавров там каких-то. Готов собрать. Это этого нельзя ставить. Можем ли заставить? Так.
Я ТБшку поставил, чтобы его быстро отпустили. Это может сработает. Но тут меня под... Да, тут хороший файт получился у него. Я мог на самом деле играться там. Ладно, я тут не успею никаких там 6 что-то в этом доиграю. Правда. Ремач очень сильный. Матки нужны. Рима подумал, да, но я собираю. Ну тут тяжело получится. Собрались хорошо. Ладно, в профонке Марс, пока ничего не буду трогать. Это все об этом. Блин, рефрешки, конечно, хорошо, но так сыграл. Вот так. Сильно. Вот я хорошо против него стоял. Блин, вот здесь хорошо подрались, да. Я хорошо против него стоял, если бы наоборот. То есть я поставил, думал, что так подерусь. Но ставился я. Ставился я против того, кто там сильный был. Оракл захиливает там. Этот очень сильный тавр. Да, тут, то есть, ну против Файда на двоечках, Дум этот на троечках плохо играет. Оракл захиливает, станы не действуют, Дум не действует, то есть. Соло Марси тот шмоток не хватает. Так, Соло Марси хорошо играет. Надо много. Я поставился против него, мог бы сыграть. С хорошим Думом-то я мог сыграть. Что-то даже топ-2 мог занять. Даже выиграть мог в теории, даже вот таким столом, как сейчас вот осталось. Именно если заход, ну кто кому как заходит, то есть я тут уже слабо играю вот здесь.
Здесь от дума у меня зависит. У меня дум вполне может затыкать с призмой, да? Наверное, так и было бы. Ну, выгодно проиграть. Выиграл. Виза, да, тут. Пановчик, да. 4 таурена. Блокин Таура, да, 5 ассасинов. Просто тэч стоит, тэч уже. Не очень тут выглядит. Что-то, мне кажется, здесь еще что-то должен стоять, что-то тут кого-то не вижу. 4, 5, да, тут еще стоит. Же Варлок был. Да. А, я хлоп. Да. Ну, Варлок сильный. И задерутся. Так, что тут пароль надо смотреть? Рук 2 из 8. Давай пока игру посмотрим. Шаудов нету тут, я не знаю. Это идут 2 минутки. Вы пока можете регаться в шарике. Я сейчас включу. Короче, дело в том, что, блин, меня в этот ворлоки, да, вот они сильные. То есть я все равно мог играть. То есть побольше бы шмоток, вилд как раз рабочий. Это очень сильно, потому что не работает войд на войд. У меня тоже станы, тоже всякие. Вот у меня не кентавры не действуют, а врыны не действуют. Я вполне мог играть сатаником. Сатаник самая лучшая шмотка в Марсе. Просто нужно помимо сатаника что-то еще иметь там сверху. Могло получиться получше. Короче, регайтесь, это шоу, досматривайте игру. Так, Некс будем лобби ждать. Так, ну, в принципе, прям вот чуть вылетел, виза топ-1. Так, жестко там было что-то. А, здесь тоже проиграл. Короче, салат. Минус 33 здесь. Буду тоже пролетал. Ну, рандом, варлоки, големы. Ну,